курортный парк в Ессентуках зимой, январь. Плюс 10 градусов. Вот перед нами Николаевские ванны. Громадная территория, 60 гектар. Вот там просматривается здание санатория, один, другой санаторий. Целебный ключ, Москва. Вот там через дорогу санаторий Воронеж и грязь-лечебница Семашко, которую мы сейчас видели. Вот очень много в парке вековых деревьев, которым больше 100 лет. Некоторые деревья помнят графа Воронцова. По его указу на этом болоте были посажены сотни тысяч деревьев. Была завезена земля, было сушение и распланированы аллеи. Воронцовская аллея, церковная аллея и так далее. Бювет, источник номер 17, Ессентуки. Самое первое каменное здание в Ессентуках, украшенное мрамором, розовым и вот такими скульптурами с богинями, амазонками. В общем, здание построено в стиле английской готики с элементами мавританского стиля. И строил его тот самый архитектор, который отстраивал дворец Воронцова в Крыму, в Алупке. Вот такие вот украшенный потолок стеклом цветным, витражом таким. Очень много мрамора. Здание прекрасно сохранилось. 1852 года. Потолок очень красивый. И кругом орел. Орлы — это как символы Кавказа. Кофе по-восточному около парка курортного. Я пью на улице, потому что очень хороший рецепт. С кардамоном, с корицей. Сейчас будем пробовать. Ой, какой запах. Шикарный запах.